Ну что ж, дорогие друзья, всем привет. Я нажимаю кнопку «Выход», нажимаю кнопку «Далее». Точнее, сначала нажимаю кнопку «Далее», а потом нажимаю кнопку «Выход». И, внимание, 14,5 тысяч кубков! А что это значит? А давайте я вам покажу, что это значит. И это, дорогие друзья, проект Пучелли официально завершен. Просто жесть! Камера, держи, сынок, камеру. Данька, кстати, причастен к этому проекту. Он его, вот конкретно этот аккаунт тоже провалил и восстановил. Этот ролик, который набрал 3 миллиона, где Данька восстановил этот проект. Он нажал случайно на Фрэнка, ну и пришлось нам потом выбивать на него гаджет, чтобы он снова стал... Ну, не будешь, я знаю, ты не хотел, я знаю, он не хотел этого делать. Он не хотел этого делать, правда. Поставьте, пожалуйста, лайк за то, что мы этот проект закончили. Друзья, 14,5 тысяч кубков. И цель этого проекта была, чтобы пройти игру одной Шелли. Ну, смотрите, мы, когда создали третий аккаунт, мы решили Шелли вообще не трогать. Она тоже новая. И все персонажи, которые на аккаунте, они абсолютно новые. Посмотрите, никто не юзанный. Ну, как бы, вы знаете, да, эту историю? Что тебе подать? На тебе папу, подам папу. Ой. Ребятки, этот проект завершен абсолютно. Моя цель этого проекта была выбить практически всех персов и апнуть 14,5 тысяч кубков. Первая, вторая цель выполнена, а вот первая не до конца. Нету Спраута и Сэнди на этом аккаунте. Мы сейчас будем открывать боксы, исправлять эту ситуацию вместе с Данилом. Ну а вам я хочу пожелать приятного просмотра и хорошего настроения. А также хочу кое-что предложить. Естественно, по завершению проекта... Папа, ну что ты смеешься с папой? Папа. Папа смеется с меня, смотрите. Говорит, я смешной тут. Не, ну разве я смешной тут? Ребята, хочу вам предложить... Я всегда по завершению проекта это предлагаю моим подписчикам. Хочу предложить подарить бесплатно этот проект абсолютно любому подписчику. Кто хочет и ни разу не выигрывал у меня ни в одном конкурсе, я вам предлагаю поучаствовать в данном розыгрыше, потому что на этом проекте есть абсолютно все. Есть 3 легендарки, все мифики, но опять же, все относительно, сейчас будем это исправлять. Если вы хотите получить проект Пучелли, вам надо выполнить парочку простых условий. 2 предыдущих проекта уже были разыграны. Да, сынок, бери. 2 предыдущих проекта были уже разыграны, и этот остался последний. Но этот самый пушечный, самый лучший, он максимально круто прокачан, и сюда вложено немало денег, времени и сил. Поэтому, кто хочет получить бесплатно, абсолютно, выполните вот эти условия. Друзья, для того, чтобы принять участие в этом крутом розыгрыше, необходимо всего лишь скачать TikTok. Но только это нужно сделать строго по моей ссылке в описании. Только тогда ты будешь участником конкурса. После того, когда установил, обязательно находи меня по нику, который видишь на экране, подписывайся и под конкурсным видео ставь лайк и оставляй свой комментарий. Всем удачи в конкурсе, пусть победит самый везучий. Ну а теперь мы приступаем к прокачке этого аккаунта, дабы этот аккаунт был максимально крутой. Мы сейчас сюда будем донатить. Сыночек. Что, сыночек? Не кривляйся. Поехали, открывай сундучок, сынок. Вот он, вот он. Мы с Данькой завершаем этот проект. Открывай. Опа! Дальше нажимай, сыночек. У меня была цель, была мысль прокачать всех персонажей. Но я передумал это делать. Пускай это сделает новый владелец. Ну а вдруг, вдруг он не хочет, чтобы все персонажи... Ура! 5 предметов! Нет. Данька не понимает, что там ничего не выпадет. Ну да ладно. Так, продолжаем. Давай, монеточки. Вот, монеточки. Данька просто решил со мной записать ролик. Говорит, я буду записывать с тобой. Стой, стой. Мы сейчас потратим 50 очков на спайка. На спайка. Так, далее, открывай сундук, давай. Лайком, лайком открывай. Оп. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кстати, подписанным... Лайк поставьте, ну правда. Вот, вот сюда показывай, сюда, вот, лайк. Ну все, все, садись. Ой, ой, сынок, сынок. Ничего, давай я уберу. Да ничего страшного. Давай, продолжим, давай, стой, давай. Поехали. Итак, мега ящик, еще один. Пам! 5 предметов. Эх ты, блин. Давай, сыночек, вместе с тобой, у тебя счастливая рука. Давай, сынок, открывай мега сундучок за 11 тысяч кубков. Итак... Давай, сыночек. И... О, 6 предметов, сынок! Там 6 предметов! Там новый персонаж, сынок! Там новый персонаж!
Либо Сэнди, либо Спраут, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы это была Сэнди. Это же вам, Сэнди, не мне. Ух! Ну что ж, сынок, давай, открывай. Сынок не понимает, что там. Тихо! Блин, я хотел его купить. Ну почему? Он сейчас настолько часто падает. Короче, вот кто хочет получить вместе со Спраутом этот проект, выполните просто условия и заберите это бесплатно. Ну это же круто, блин, повезло. Ну, блин, он бы и так был 100% на аккаунте, потому что я бы его купил в магазине. Давай открывай, сынок, еще, может повезет, Сэнди выпадет. Это, конечно, невозможно. Открывай. Не ковыряй в носу на видео. Че ты, привычка у тебя? 4 предмета, не понял? Ладно. Давай, открывай еще. Так, чикс. И 5 предметов. Ну давай, сейчас еще, еще. Так, вот это давай я заберу. Прокачаем Спраута. Давай. Да, давай. Прокачаем Спраута? Да. Давай, открывай последний сундук на пути к славе. Блин, ребяточки, обязательно поставьте лайкос. Реально за Спраута это лайк. Ура! Он не знает, что, где радоваться, где нет. Стой, стой, аккуратненько. Yes. И забираем 1000 золота. Дальше, у нас, смотри, биг ящик есть еще. И куча маленьких ящичков. Тоже давай их я открою. По-быстрому я их открою. Потому что, ну, ты их будешь долго открывать. Давай я вот так поставлю планшет. А далее в конце мы откроем еще мега ящички. Мега ящички с Данькой. И если повезет, то выпадет еще и Сэнди. Ну, в целом, я думаю, аккаунт очень заряженный. И, наконец-то, мы его прошли. 14,5 тысяч кубков. И все персонажи новые. Я доволен. Я доволен. Далее вас ждет новый проект, такой фановый, потому что я сейчас занимаюсь пушем 30 тысяч кубков. Я решил этот проект закончить досрочно, потому что на него реально нету сейчас времени. Я сейчас его не стримлю, ролики часто не снимаю. Я решил его закончить, дабы начать новый фановый проект, который я буду для вас снимать регулярно, ну, возможно. И параллельно пушить, чтобы это меня не отвлекало. Потому что проект Путшели создан давно, и я его уже давно хочу закончить, но все никак не решаюсь. То 1000 кубков на спайке, то 1000 кубков на бите, то 1200 на бите, то 1000 кубков на джеке, то 1000 кубков на спрауте, то 3000 кубков в профиле. Короче, все меня отвлекает постоянно, и никак не могу закончить. Донька, ты что делаешь? Ты что, козюлей кушаешь? Да. Нельзя, фу, кака. А вы тоже в детстве козюли кушали? Я вот просто не помню себя в детстве. Поковырялся, ну что это такое? И вот на видос поставил. Да ну, Данька, нельзя так, фу. Фу, ну-ну-ну, ну что ты делаешь? Что ты, вот только включается камера и начинаешь безобразничать. Ну, сыночек. Ну нельзя, нельзя так делать. А вкусная козюли? Как, а зачем ты их ешь? Ничего, ничего. Так, смотри. У нас 400 гемасиков. Давайте я сейчас задоначу. Секунду. Сыночек, откроешь сундучок? Да. Давай, помоги. Помоги выбить Сэнди, пожалуйста. Ой. Блин. Так, ну ладно. Стой, давай посмотрим, какой шанс у нас на Легу. Давай. Давай. Не очень шанс на Легу. Но если ты, сыночек, выбьешь Легу, это будет топ. Поехали. Открывай. Давай, 6 предметов. Открывай, открывай, сыночек. Так, стой. Новый сундук. Опа! 5 предметов! Открывай, сыночек. Открывай. Так. Ой! Тихо. Аккуратненько, ты не сильно нажимай пальчиком. Не будешь? Одним пальчиком. Оп. Не надо, не закрывай. И последний сундучок остался. Не хочешь в эту игру играть? Нет. Ну, последний сундук остался, мы его откроем, посмотрим. Пожалуйста, Сэнди! Стоп, у нас еще гемы есть, секунду. Надежда умирает последней. Папа верит в то, что выпадет Сэнди. А потом включим. Тихо, а потом включим, сейчас. Он увидел свою игру и все, и теперь не может остановиться. Так. 5 предметов. Да ну что ж такое. Ну не прет, ну понятно, выбить Легу нам. Эх. Ну возможно, будет акция с Сэнди, я ее выбью. Да, к сожалению, Сэнди нет. Но при этом... При этом я хочу вам показать сейчас аккаунт. 14,5 тысяч кубков. Абсолютно все пройдено. 34 бойца из... Тихо, тихо. Все, выключать? Да.
34 бойца из 35. Абсолютно все новые. Кому надо этот аккаунт, забирайте абсолютно бесплатно, выполнив все условия, которые в описании. Данька прощается. Он просто не хочет этот аккаунт отдавать, поэтому плачет. Но время прощаться. Кому нужен аккаунт, забирайте все условия в описании. Всем удачного конкурса. Ну и финалочка. А финалочка у нас такая. Ну вот так вот. Не могу я с сыном записать ролик так, как я хочу. Потому что подрастает уже чадо маленькое и командует. Да, сынок? Почему? Вот ему нравятся машинки. Ему не нравится Brawl Stars еще. Мок. Кого? Мок. Мок? Ну а ну покажи, как ты гоняешь на машинке. Мок. Другую машинку? Замок? Мок. Мок? А что такое мок? Мок. А, звук. Да. Так звук в наушниках. Где? Вот, вот здесь. Нет. Так, если мы включим звук здесь, то зрители не увидят игру. Я тебя понял. На этом, ребята, буду завершать ролик. Спасибо вам за просмотр. Участвуйте в конкурсе. И всем до новых встреч. Всем удачи, всем пока.